Одиннадцатиклассница Ирина выросла в семье потомственных медиков. Дома делает уколы родным, а друзьям помогает советом. Поэтому выбор, кем стать, у девушки не стоял. Ирина хочет стать кардиологом. Подтвердила решение и экскурсия в Ульяновский областной центр специализированных видов медпомощи, куда выпускница пришла со своими одноклассниками. Безумно рада, что посетила сегодняшнюю экскурсию. Эмоции прекрасные. Наконец-то попробовала что-то действительно из медицины. И сама побывала в роли доктора, и меня перевязали. В целом эмоции невероятные. Очень хотелось бы почаще посещать такие места. Ребятам показали кабинеты компьютерной томографии и клинической лаборатории. Медперсонал разъяснил принцип работы нового современного оборудования. Кроме того, школьники смогли почувствовать себя в роли врачей. Каждый научился делать перевязку. Эти перевязки мы будем сегодня показывать здесь ребятам. Вот как раз таки, как правильно эти повязки накладывать, какие повязки бывают. И вообще повязки, это кажется, что не так все это трудно, но тем не менее это целая наука о этих повязках для того, чтобы их правильно наложить. Глава региона поставил задачу расширить круг предприятий-партнеров, участвующих в профориентационной работе со школьниками. В настоящее время в регионе уже подписано соглашение с 70 организациями. В этот раз подписан трехсторонний договор между Министерством здравоохранения, Министерством просвещения и Ассоциацией средних медицинских работников. И сегодня такое соглашение будет между Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области и Министерством здравоохранения Ульяновской области будет заключено для того, чтобы 44 больницы в области приняли ребят для профориентационной работы. Напомним, проект «Билет в будущее» реализуется в регионе с 2018 года. В нем принимают участие ученики 6-11 классов. Кирилл Савосин, Марат Мигдиев, Управда ТВ.